Всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такой красивый Geely Coolray 2021 года выпуска. Автомобиль оснащен двигателем 1,5 литра на автоматической коробке передач. У него хорошая комплектация, автомобиль без выкрасок и отличное состояние. Салон автомобиля в таком вот кожаном исполнении. Бордовые вставки на сиденьях, на дверях. Также здесь у нас кожаные вставки. Сзади имеется обогрев сидений, зарядка, достаточно просторный салон. Передняя часть у нас все в отличном состоянии. Кожа, пластик. Также имеется у нас панорамная крыша, электропривод сидений. Здесь у нас по комплектации имеется климат-контроль двухзонный, обогрев у сидений. Также электроручник, функция автохолд, различные режимы эко, спорт, помощь при спуске с горы. Имеется камера 360. Также имеется ассистент парковки. Соответственно, парктроники. Кожаный красивый мультируль. Круиз-контроль. Также есть датчик света. Курсовая устойчивость. 4 стеклоподъемника, блокировка стекол, центральный замок, электрозеркала с обогревом и со складыванием. Двигатель у нас запущен, работает идеально ровно, никаких ошибок нет. Пробег у автомобиля 40 тысяч километров. Также прошу заметить, у нас такой вот красивый ключ и сигнализация Starline с автозапуском. Кнопочка Start-Stop. А если вас заинтересовал этот прекрасный, красивый автомобиль, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Информацию по нему вы можете найти в объявлении. Его можно приобрести при системе трейдинг, кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.